Приветствую вас, друзья! Вы на канале Рыбачу сам Янао. Очередная у нас рыбалочка с ночевой. Сегодня пятница, вот мы приехали. Лагерь расставили. Сейчас покажу вам. Пока еще вот так вот. То есть я сегодня с Денисом, его стульчик. У нас все барахло еще на стульях лежит. Печку зажгли. Ну, пока как бы так. Там у нас целый палаточный городок стоит, но сейчас не видно, утром покажу вам. Сегодня намечается очень много народу, много подписчиков моих должно подъехать с нашей группы БРО Салихард Лабытнанги, Братство рыболовов и охотников Салихард Лабытнанги. Сокращенно БРО. Вот братва должна подъехать. Ну и как бы мы посмотрим. Сейчас мы сидим в соседней палаточке. По предыдущим моим роликам синяя палатка такая большая. Мой напарник Олег. Вот сейчас мы сходим к нему с вами в гости. Заходим в гости к Олегу. Вот у нас Олег сидит. Познакомились мои два напарника все-таки, Олег и Денис. Теперь ты ловишь рыбу, а мы лялякаем, да? Но мы зато уже... Че клюет, мужики? Давайте хоть знакомиться. Ну, там две беленьких, два чубачка. Два чубачка лежит таких. Да. Эршики. Вот таких вот два чубачка. Да, два чубачка поймали. Тут вот еще пакет лежит. А это мы на жерёвку взяли, это... чубачков не поймаем. Сколько там стоит-то? А, кило 270. Это нам на жерличке. Подожди, подожди. Нету, нету. Вот когда вниз, тогда нет. Когда вверх, она вверх делала. Тогда да. Да ладно, прозевал поклевку, а? Эх, так, Олежка, Олежка. Мы это, ребят, чубачков ловим. Попробуй коньячок и бастурму, которую я делал. И коньяк я делал, и бастурму я делал. Поехали. Вот я так понимаю, в семейный архив. И бастурму возьми. Нет, ребят, почему? Очень много сахара. Очень много лести. Лести? Очень много. Я лести не добавлял в коньяк. Нет, а сахар есть. А вот бастурму, я знаю, что Костян сделает классно. Она остренькая. Это с куриной. Сейчас начнем. С куриной грудки. У него еще с напитками не получается, но. Раз, два, три. Костя победил. Правда победил. Я еще ничего не понял, но это есть знак хорошего качества. То есть бастурма удалась? Нет, почему? Ты победил сразу, еще я говорил заранее. Я еще не раскушал еще. Ну ты победил. Знаешь почему? Потому что вкус пришел. Вкус после, да, идет? Через сколько-то секунд длительных. Твоя победа. Молодец. Денис у нас рыбачит, сидит на удочке. Вот стоит у него удочка Рудакова стоит. Самопосекающая удочка Рудакова. Да. Покажите, как она работает. Самопосекающая удочка Рудакова. Ну-ка, подожди. Я не знаю, что она. Работает. Покажи, вот смотри. Подними, залез. Стоит кивочек. Подними кивочек, чтобы она сработала. Вот, не важно, что происходит с кивочком. Ну. Вот, вот давай поднимаем, допустим. Не, ну поднять понятно. Вот так, опускаем. Опускай. Все. Да, она подтекла, отпрыгнула. Да. Давай ее взводи. Потяни залезку. Потяни. Оп. Все, подтекла.
этого изобретателя зовут? Как зовут, Рудаков. Не знаем, фамилия Рудаков. Удочка называется СУР. Самоподсекающаяся удочка Рудакова. Вы материться можно? Нет, материться нельзя, потому что у нас идет видеосъемка. Ладно, друзья, ловим дальше. Друзья, при поездке все удочки перепутались. Короче, оторвал все. Вот они, все мормышки. Вся куча, вот она. Вся перепутанная. Сейчас, короче, все это ножиком срезаю. Удочки оторвал, вот лежат отдельно. И мормышки вот здесь. И сейчас буду перевязывать. А Денис у нас там сидит, пытается. 5 электронно, да. Ну, пару штучек поймал. Две штучки поймал беленькой. Ты удачу поставил, что ли? Да. Там уже сур стоял. Убрал. Убрал сур, поставил удачу. Пусть играет. Ну глянь сюда. Зрители так меня знают. Зрители тебя знают. Так, друзья, у нас ночь. 3 часа ровно. 3 часа ночи. Пробуем ловить. Лед играет. Лед играет, вода в лунках прыгает. Лед трескается, лопается. Ем кофе. Едим бастурму. Открыли форточки. На улице минус 6. Палатки Ташкент. Тепло вообще. С форточками нереально сидеть на самых малых оборотах печки. Мой подписчик и по совместительству напарник сказал, что я его сегодня переловлю. Ай, сошел, прикинь. Он сказал, что я его сегодня переловлю. Вот и посмотрим. Обманул он меня или нет? Камеру не хотят. Нормально, давай ловимся. У нас... Сколько у нас время? Уже 3:30, наверное. 3:30 ночи. Друзья, 3:30 ночи. У нас рыбка ловится. Ну, иногда оно ловится. Прилов. Делаем ставки, господа. Бинго! Левая или правая? Левая. Левая. Сколько ставишь? Доллар. Доллар? Да. А сколько долларов стоит в рублях? Курс падает, ну пускай будет 75. 75. Левая. Опа. Ох, я заработал только что 75 рублей. Ты только что заработал 75 рублей. Чуйка. Ты заработал доллар. Так, друзья, нет, не буду. Жерлицы принес. Собираем жерлицы. Вот 3 моих, 3 Дениса. Эй, друзья, поставили жерлицы. За 20 минут. Ну да, 15-20 минут. Там 3, Денис туда 3. На, опана, опана, сохранена, опа, вот это чебачок. Вот это, друзья, не, ну подожди, свет, ладно, это, свет, это свет, эй, где, ты прикинь, ушел. А, нет, здесь. Здесь мой красавец.
После той рыбалки я его так и не заряжал. Но после этой все-таки я его заберу домой и заряжу. Это очень редкое явление, когда такое происходит. Это очень, друзья, редкое явление. Вниз пошел тут за стенкой буриться, потому что я на эту удочку ловлю. У нас ночь. Не там стоит. Именно вот это говорю точно. У меня вот левая удочка работает. А? Да я на камеру. Левая удочка работает. Правая не особо. У Дениса вообще не работает. Я вот он сейчас пошел на улицу за стенкой пробуриться. Попробовать. Будет ли у него сейчас там клевать? Если у него там будет клевать, то мы палатку передвинем маленько в сторону. Опа! На правую, смотри-ка, вылез. На правую удочку поймал. Смотри, опять правая сработала. Правая опять сработала. Ты поймал? Нет. Еще пока. Вот, теперь поймал, да? Наконец-то. Молодец. Наконец-то. Все, ложимся спать. Так, друзья, ложимся спать. Вот вход. Труба. Вот Денис свою кровать раскладывает. Уже разложил. Там мое ложе. Здесь мы поставили все свои стульчики, ящички, ведра. Здесь у нас теплообменничек. Все как обычно. Все как обычно, да. Денис Николаевич, пожелайте нам всем спокойной ночи. Спокойной ночи, приятных снов. Всем приятных снов. Доброе утро, друзья. Встали мы. Раскладушечки убрали. Время 8 часов утра. Народу прибавилось, вон все хихикают, ходят. Начинаем рыбачить. Раскладушки вынесли на улицу. Налили кофе. Пробуем ловить рыбку. Нет, не один, друзья, был залетный. Было два залетных. Опа. Вот такой вот красавчик. Так, посмотрим, что у нас тут на улице. Так у нас тут палаточный городок. Тут нас вот сбоку обурили. Жерлицы у нас молчат. Там молчат. О, Денис, у тебя жерлица стоит крайне. Да. Ну-ка пойдем посмотрим, что у него тут. Нету, нету. А что ты взял, что нет?
Ну, поднял, вроде как грузик. Думаешь, на Рим? Живец-то на месте? А, и живца нету, да? Денис только ставил жерлицу, которая вот у нас. Ага. Налим? Налим. Метровую налим, блин. Вот это налимище. Вот это налимище. Это ты сейчас ставил, только да? Только что я ставил, да. Он сразу, сразу взял? Да. Значит, надо пойти пошевелить жерлицы. Ну, поздравляю вас. Ну. Тут печени только, наверное, грамм на 500. Так ты ему пасть открой, что ты? За нижнюю губу оттяни ему. О. У Дениса опять сработка. Маленький налимчик. Глубоко нет? Нижнюю губу оттягивай ему, смотри. Не дави на жабры губу. В глотке или рядом? Рядом. Рядом? Ну все, значит, отпускаю его. Жерличка сработала крайне. Может быть, это и есть щука? Что-то мелко, походу, опустила. Ушла? Живец на месте? Губернатор приедет, надо же уху ему сварить. Может, на рыбалку приедет. Играю у самого дна. Зацепился. Ловлю вот такую мормышечку, кристаллик беленький, серебряный. Сейчас опарыша поменяем.
ты оденься просто. Ну, конечно. Раздетому на улице сидеть не камильфо. У тебя там жерлица, Денис? Что? Снимай, чё? Сошел.